Так, еще один из лидеров. Тоже будет сейчас интересно. Машина. Прямо скажем, не идеально подходит к этому формату. Но ребята показали вчера хороший результат. И тут легче не стало на самом деле. Наоборот, даже отчасти хуже. Взрыхлили грунт. Да, тут так уже размесили. Вон и вода появилась после вчера. Тут такие ребята резкие, но голову включают. Сейчас попробую траекторию взять по более широкую, но там не эта история. Там стена. Вчера он забрасывал землей всех. Будет пробовать Аташ оттуда лебедиться. Машина короткая, но спецучасток на пределе. Передай быстро, Ром! Давай, Ром! Рома, давай! Вось, полный привод получается. Тут болельщиков у Ромы огромное количество. Вчера было слышно это. С такой скоростью штурман почти как Эрнест бегает. Право, руль! Залезь вправо! Ну, пока руль не поворачивается. Потихоньку выкручиваю вправо. Право, руль. Право, 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 право. Идет, 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 пошел руль. Снимай, снимай руль вправо. Вправо. Давай! Руль не может удержать. Молодец. Домчик, красава. Молодцы. Давай. Стена просто обрыв. А что свои? Давай, давай, давай. Давай. Вот задние лопы. Да, да. Давай, давай. Давай. Давай, давай. Давай, ты чувствуй папу. Лево руль, лево руль. Лево, 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 лево. Лево. Хорошая жесть, третий спецучасток. Будет еще жестче. Рома пошел. Рома, давай! Вот такая жесть. Рома пошел, там показывает максимальные обороты. Штурман просто летит. С литовскими штурманами может посоревноваться по скорости. Круто, вешку сбил.
Но финиш фееричный был. С него трассы, кусочек. Ну. Сейчас узнаем время. Максим, штраф! Штраф! За что? Штраф, за что? За патекс, нормально там. Какое время главный судья? 4.54? Спасибо. 4.54. Серьезный экипаж на старте. Может, вот тут на бугре встань, или заступай, начинай подтягивать. Вот смотри, вон аж оттуда может зайти вот так из большого угла. А? Выворот. Не, ну ты с вывернутыми зайдешь колесами, и как раз будет нормально. Оно тебя подтащит, и все. Да. Ты понял? На сухом, вот туда, она коротенькая, можно попробовать вот так вообще зайти. Ты понял? Зайти, да. Но не, и тянуться не сразу волну. Будешь хорошо тянуться. Выкручиваешь руля и начинаете тянуться. Тянуться с чистого легко. И не копай же что-то. Не копай только. Потому что твой тезка этот... Черниговский, блин, это, блин, землекоп номер один, блин. Не, только после старта. Все смотано должно быть на старте. Смотано. Стартанули, потом вытягивай, что хочешь. Время пошло. А он сматывает, не, он сматывает. Так, лебедка должна быть смотана на старте. Олег. Штурман вышел. Детей и стариков, да? Я спрос. Ты меня отпустил покататься, понял? Ты на лебедке. Где Олег? Олег, ты видишь? Оттуда тут чисто вода, один угол, а здесь другой. Можешь попробовать одним колесом даже заскочить чуть-чуть. Ну так, оно надо аккуратно, потому что сбросит. И тут лебеда хорошая. Штурман опытный. Да? Да. По болоту бегает, ого-го. Видишь, что происходит? Ага. На ступеньку нельзя, на подножку нельзя остановиться. Ну. Красиво. Эту машину можно удержать, это не патрол. Идем их тут. Берут максимально. Ребята, я их знаю, они на лебедке сразу будут. Я думаю, пробовать не будут, хотя
могут и попробовать. Пилот невозмутим. Можем цеплять, можем не цеплять. Сейчас придержит. Все затаили дыхание, молчат практически. Да, через трос нельзя, да, переступать. У нас Владик два раза переступал. А у нас есть колеса вывернуты. Слушай, я говорю. Андрей. Ты бачил, как весели то? Идет? Не буду. Порвали трос, да? Да. Пробует сам. И Серег. Сейчас там отвешивание. Ребята, в сторону. Штурман здесь. Там чуть левее можно, запас большой. Хотя там... Там уже копнули, и можно спрыгнуть. Через трос не можно спускаться. Запас большой. Путем штрафных баллов, но не перевернулись, молодцы, да. Хорошая поддержка. Семь двадцать четыре тридцать семь. Неплохо. Основное СУ взято. Молодцы. Привет.